Здравствуйте. Хочу быстренько ответить на вопросы. Не знаю, мешает ли музыка, но не могу убавить, к сожалению, иначе нас подслушают и будет 1000 вопросов. Смотрите, крем вот этот блестящий Эль Рафаэль подарили мне в клинике. Он вообще дневной и солнцезащитный. У него фактор защиты 50. Ну, так красиво он блестит. Он и днем блестит, как медный тазик, но я его оставила на вечер, потому что он такой мне создает ощущение праздника. Вот, так что нарушаю правила. Вы доктор или психолог? Да, я сама себе доктор. Я не психолог, но я сама себе доктор. Придерживаемся мнения Михаила Васильевича. Один опыт я ставлю выше 1000 мнений. Поэтому я делюсь опытом собственным, либо людей, которых... Вот, за опытом которых я прям наблюдала в увеличительное стекло. Поэтому делюсь только опытом. Никакой теории не делюсь. Теорию там, ну, добавляю в некоторых случаях, когда она хорошо объясняет и дополняет. А что такое рассказываю? Вот только из жизни. Все, больше ничего. Хотите, кушайте, хотите, не кушайте. Пишет девушка, как она объясняет. Я очень достойна, с самореализацией все в порядке, внешность отличная. Значит, такая в активном поиске находится. И намекнула, что называется, мужчине об отношениях. Так они общались. И вот когда она намекнула об отношениях, он сказал, нет, что же делать, куда же еще лучше спрашивать девушка, ну что еще делать с внешностью, как бы. Можно сказать, я в моем конкретном случае на 100%. Ничего не делать, это не ваш мужчина. Смотрите, не надо брать на свой счет чужую несостоятельность. Если мужчина сказал нет, может быть, у него, в этом случае, скорее всего, у него нет возможности сказать достойное да. Скорее всего, он подумал, что он вас не потянет. Я такую даму не потяну, сказал мужчина, поэтому, чтобы не проигрывать, я не ввязываюсь в этот бой. Вот и все. Потому что, знаете, как часто бывает, вот мужчина из последних сил, ну, что называется, вот как бы себя показать, презентовать, и внешне кажется, что у него все хорошо и отлично. Да, такой козырный парень, у него все в порядке. Но вы же не знаете о его проблемах. И молодец, конечно, что он на них не делится. Но иногда люди, вот, знаете, как из последних сил, он стоит на цыпочках просто. И вы тут такая вся тоже на 500%. Вы на него повелись, а он вас испугался. Говорит, я такую даму не потяну. Поэтому вот так вот иногда наблюдаешь за мужчиной. И, может быть, где-то нужно попроще быть, не надо так сильно прям из себя, потому что мужчины тоже боятся, они не хотят проигрывать. Как мне сказал один мужчина, я охотник, и от меня все ждут удачной охоты. И чтобы охота была удачной, иногда я выбираю хромого зверя, потому что я просто не могу. Я понимаю, что у меня либо денег не хватит, либо у меня моральных сил не хватит, либо у меня не хватит моей физической красоты там рядом с другими пацанами. Ну, поэтому я отступаю, все. Я делаю вид, что я эту женщину не вижу. Все. Вот так тоже бывает. Потом, следующий вопрос. Вот вы пишете, что платье не главное, там старое платье, на новое тело. А как же вот то, что я работаю с достойными клиентами, с серьезными людьми, на серьезных людей? Я же должна хорошо быть одета. Вы не то, что хорошо должны быть одеты, вы должны быть одеты безупречно. Если вы работаете с серьезными людьми, на серьезных людей, у вас должен быть рабочий гардероб, базовый, безупречный, отличный, дорогой, супер качество. Это даже не обсуждается. И с телом у вас тоже должно быть все в порядке. То есть нельзя выбирать или то, или то. Это я уже рассказала для тех, кто, что называется... Ну ладно, мы два не потянем, но мы за большим и не гонимся. Ну вот если выбирать, то что выбрать? Я имела в виду, что платье – это не панацея. Очень часто девушки: «А, плохое настроение, пойду сделаю шопинг». А через неделю опять плохое настроение, а уже на шопинг как бы денег не хватает. И сидишь ты вся в плохом настроении. Нет, лучше вложить эти деньги, которые вы можете вложить в платье, вложить в себя. Да? Купить абонемент в спортзал. Для продвинутых – тренера. Вот, кстати, еще вопрос про спорт.
Вот неужели нужно столько много раз ходить в спортзал, там 5 раз, вы говорите 5 раз, а можно там 2 раза, а можно дома заниматься? Нельзя, если вы столько... Я говорила для тех, кто там застрял вообще в каком-то навозе. И это не цель вас обидеть, я вас не знаю. Но если вы хотите себе помочь, то реально поднимайте свою попу. Если вы 3 года мечтали о человеке каком-то, вы ему отдали кучу своей красоты, своего здоровья, своего внимания, теперь вы обязаны их себе возвратить. И вот чтобы у вас дури в голове не было, вы поднимаете свою попу, чешете в спортзал 5 раз в неделю, и вы там занимаетесь. И, конечно, ну одна, знаете как, вот если вы одна ходите, занимаетесь, у вас нет возможности тренера, с тренером заниматься, у вас нет возможности групповых классов, да, они там как-то они марятся, и, в общем-то, все-таки больше результата, чем вы будете одна ходить. Если вы так долго не занимались или никогда не занимались спортом, вы идете одна, как черепаха, там еле-еле что-то делаете, создаете видимость, устаете, результата нет через месяц, через 2, через полгода, и вы говорите, что я хочу, хожу на этот спорт, выгляжу ужасно, что я раньше не ходила, ну раньше хотя бы спокойно дома сидела и не страдала. Поэтому страдания, только страдания должны нести результат. За этим же, да, правильно, вы спрашиваете, вам же нужен результат? Вот, чтобы был результат 5 раз в неделю. Но как бы, а все остальное, ну, можете вообще ничего не делать. Следующее. А вот, кстати, про серьезных людей. Допускаю, да, девушка, которая работает на серьезных людей, с серьезными людьми. Если вы начинающая перспективная, допустим, у вас нет, не знаю, непонятное сообщение, у вас нет денег достаточно, да, чтобы обеспечить хороший, дорогой гардероб. Нужно достать деньги. И вот все деньги, которые вы получаете, вот просто с каждой зарплаты или с 2 зарплат, да, 2 вместе, вы покупаете хороший костюм. То есть не нужно покупать 1 костюм, 2 костюма и занашивать их до дыр. Шерсть имеет свойство восстанавливаться, да, то есть она должна тоже вот здесь, вот локоточки, все. Все-таки каждый день желательно не носить. И если вы хотите, чтобы костюм прослужил долго, не нужно его затаскивать. Вам дешевле обойдется составлять гардероб, вот, например, покупайте, 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 покупайте. Набрали 5 костюмчиков, 10 костюмчиков, они вам будут служить очень долго, вы их будете менять, они будут отдыхать, восстанавливаться, они вам будут служить очень долго. Если вы купите 2, затаскайте, ну, вдрызг, потом опять следующие 2, и со стороны смотрится синий чулок, там скучная курица, одна и та же одежда у нее. В то же время вы там что-то вроде меняете, покупаете через каждые полгода новые, но не видно, результата не видно. В идеале все-таки, когда у вас каждый день новый костюм. Ну, в смысле, новый, когда вы меняете, да, на работу костюм каждый день в течение недели. Это идеально. Естественно, если никогда не было практики покупки дорогой одежды, консультируйтесь с продавцами, всегда спрашивайте, потому что ткани, естественно, должны быть натуральные. Но в первую очередь спрашивайте, на какой ткани меньше всего затяжек. Потому что я помню свой классный опыт, когда я купила Шанель униформ. Но там такая структура ткани плетеная, очень красивая, но я своими же часами в первый же день и сумкой, в общем, с одной стороны затяжки, с другой стороны затяжки, и просто такой глубокий вдох, расслабься. Вот, чтобы такого не было, консультируйтесь у продавцов, на какой ткани меньше всего вероятность вот этих вот затяжек неприятных, которые просто вид уничтожают. И смотрите, очень важно, особенно если вы только начали работать, произвести это пресловутое первое впечатление, чтобы вы запомнились как успешная, дорогая женщина. Все. Эта репутация, она потом будет работать на вас. Чем вы покажетесь пыльной какой-то там пыльной бабушкой, потом очень трудно изменить это первое впечатление. Вы придете в дорогом костюме, не будет, на прошлой неделе она была такая вся неинтересная, синий чулок. Что же случилось, интересно? Она скатится назад или она будет поддерживать уровень? Ну, то есть вам это не нужно. Изначально нужно сразу хоп, и потом, особенно если работа такая, требует всяких сил душевных, максимально, вот по максимуму, прям вот встаньте на цыпочки, максимально дорогую одежду, которую вы можете себе позволить, чтобы вы себя чувствовали на 500%. Вы оделись, и вы с радостью пошагали. Вы со стороны на себя смотрите,
классно, глаз радуется, и все. И то же самое для начинающих спортсменок. Вот не хочется в спортзал, купите себе самую классную, самую супер форму. Вообще это правило для любых, как это, отделов, хотела сказать. Не могу, не вспомню сейчас русское слово, тороплюсь. Для любых, ну понятно, да, там работа, спорт, что вам меньше всего нравится. Вот туда самая классная, самая дорогая, самая крутая одежда, чтобы вы с радостью наряжались. Хотя бы так, это будет очень-очень-очень-очень помогать. А куда вы ходите с удовольствием? Куда вы ходите с удовольствием? Не знаю, со своим парнем, там, с подружкой, с собачкой. Туда можно одежду попроще, потому что ваше настроение, оно компенсирует. Вы светитесь изнутри, и это компенсирует, и одежда может быть попроще. Да, и вот это вот, а что же там платье с мужчинами, как же? Ну, мужчины хотят красивую, активную, спортивную, веселую, счастливую, прежде всего. Конечно, никто не говорит, ну там дырявое платье или еще какое-то. Я не в такие крайности пускаюсь. Но платье может быть одно и то же. Ну вот оно сидит вам хорошо по фигурке. Еще раз повторюсь, то есть это, знаете как, платье не панацея. Если вы чувствуете затяжное, плохое настроение, вам нужно что-то менять во внешности, в образе жизни. Шопинг здесь не поможет. Но вот этот шопинг, нет, это не то, неинтересно. Да, они хотят в первую очередь счастливую девушку, а не девушку с какой-то фирменной или крокодиловой сумкой. Хотя они тоже еще те меркантильные существа, но это уже как бы другая тема. А что делать, если мне 50? И у меня там типа вообще... Если вам 50, и у вас вообще, делайте. А что, неужели есть какой-то выбор? Ну, типа, сидеть и не делать. Делать все, что можете. Сколько еще лет вы хотите прожить? Вам 50. Ну, не знаю, ну, 30 активно можно прожить прекрасно. 30 – это целая жизнь. Поэтому берите и делайте, делайте и делайте, и все. Раз уж вы затесались в нашу шайку. Наша шайка – это шайка активных девушек. Ну, как бы неактивным здесь делать нечего. И не моя задача заигрывать с аудиторией. Вот там, потому что некоторые обиделись, и в личных сообщениях я отвечала, ну, там чуть-чуть где-то грубовато. Знаете как, если у вас что-то болит, если у вас гнилой зубик, вы приходите к врачу, вы же не хотите слушать, да у вас все нормально, вы выживете. У вас зуб гнилой, давайте бабки, мы вам будем лечить, да? И чистите зубы каждый день. Ну, вот такого плана. То есть делайте что-то. А так, ну, в принципе, у нас шайка красивых, активных и так далее. И меньше думайте о возрасте. Все. Вот пока на сегодня все. Больше времени нету. Завтра еще отвечу на некоторые вопросы.